Здравствуйте, это футбол из Грозного. Вашему вниманию 33-й тур Мелбет первой лиги. Алания принимает Балтику, и мы видим схему Алании, схема, которая намекает, опять же, на атакующий футбол. Ну и традиционная расстановка у Балтики, всегда три защитника. И здесь Сергей Игнашевич, главный тренер Балтики, в общем, не скрывает, что ему нравится, когда команда играет по одной отработанной схеме. Итак, стартовый свисток. Ну вот сейчас он чуть не привез на свои ворота. Мяч в итоге доходит до игрока Алани. Удар по воротам, штанга и гол. Вот такая неразбериха на своей половине поля. Это то, что и называется привозом. Только что какую-то неуверенную игру показывал голкипер. А потом эту зачем-то эстафету подхватили и пылевые футболисты-защитники. Давайте разбираться. Это действительно курьезный в своем роде гол. Шесть угловых Балтика подала, но угрожать угрозы никакой не сформулировала. А вот контратака и снова момент. Удар впротык это называется. И это второй мяч Владикавказа. Вот как стандарт у одних ворот может обернуться голом в другие. Классическая ситуация пружины, отдачи. Сейчас исполнила команда Олега Василенко. Теперь подача. Ох, как мяч здорово доходит. Удар по воротам. Латышонок спасает. Удивительно, как в этот бутерброд пролез. Опять это был Гурцыев? Нет, Гурцыев подавал. Ну, а в концовке этого тайма у нас темп рваный. Заброс на дальнюю штангу. Опасный момент. Солдатенко выронил мяч, но потому что получил от Мусаева толчок. Подача с углового. Пряхин это делает. Скидка, удар! И положение вне игры не фиксируется. И Гузина забивает свой 14-й гол в нынешнем чемпионате. Укрепляет себя в споре бомбардиров. Но гораздо, наверное, важнее, что возвращает Балтику в игру. Но вот он стандарт. Еще один гол со стандарт. И это классно было. И задержался там Плиев. И он сделал это положение Гузины легальным. Это контратака Алании. Здесь надо выходить. Но все-таки они забили. Браво. Браво в Машуков. Машуков. Вы ударяете как хотите, но это было по-владикавказски изящно. То, за что любят футбол в этой республике, это было превосходно. Захлебнулась одна волна атаки, открылась другая. 3-1, победа Алании. На третьем месте закрепляется Алания. Балтика отстает от Рубина. Следите за первой лигой.